Всем приветики, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался на природу снять для вас классный видос. Смотрите, сколько петард осталось с прошлого раза. Взрывал машинки, было очень интересно. Кто не видел, посмотрите обязательно, ребят. Рекомендую подписаться и посмотреть классные видосики. Смотрите, на сегодня будет вот такая машинка. Думаю, вам понравится. Ребят, маленькая мощная машинка. Позреваем какими-то классными петардами. Что ж, давайте начнем. Пожалуй, вот таких ракет хочу как-то поустанавливать их, чтобы они летели. Думаю, будет интересно. Так, расчистим здесь место. Вот. Вот так вот. Так, давайте попробуем как-то их сюда приколхозить. Так, палочки нам уже не понадобятся. Бумажки с ракеток тоже. Так, это сюда. Попробуем что ли приплавить. Так, и еще одну третью. Ветер дует. Есть. Ну что, посмотрим. Так, поставлю так камеру, чтобы вам было видно. Если оторвутся, пусть взрываются где-то там. Есть, одна только отлетела. Отлично. Так, есть у нас вот такая большая ракета. Не знаю, как ее тут здесь приделать. Может быть, как-то установить. Даже не знаю. Может быть, также попробовать приплавить? Как думаете? Наверное, все-таки не получится, ребят. Хотя, вот здесь есть место. Попробуем. Как думаете, оторвется или нет? Четко, ребят, получилось. Не оторвалось, но эффект был классный. Если хотите еще, чтобы приделал ракеты, пишите, буду обязательно делать. Есть еще вот такая. Эту точно можно приплавить. Здесь она пластмассовая. По идее. И думаю, будет интересно. Так. Только мы ее приделаем. Так, наверное, что ли. Да, вот так, давайте. Вот так. Как думаете, опять перевернется? Я думаю, да. Что ж, поехали. Не сдвинулся грузовик с места. Вот так вот рванулось. Сейчас будем что-то еще бахать. Думаем, что такого еще можно прицепить. Чтобы повзрывать дымовушку, крекинбол такое. Вот пяти взрывки.
Давайте первую дымовуху. Так, и давайте еще две туда. Так, давайте теперь свистульку. Мышку, точнее. Жаль, прогорело. Так. Можно запхнуть крекинбол, но без этой штуки. Так. Блин, хочу для вас снять, чтобы было четко видно. Без солнца. Во. Как думаете, если туда закину пулеметную ленту, будет нормально? Так, давайте тогда что-то еще внедрять, потому что не хочет она, короче, взрываться. Давайте попробуем Корсара 4. Так. Есть идея. Может, бабочка даст хороший эффект. Сильно маленькая машинка. Ого, ребят, отлетело аж ко мне. Разнесло. Все, блин, разнесло машинку. Хотел еще Корсар 4 один бахнуть, но это уже все. Вот такой грузовичок. Так, остались вот такие петарды. Давайте, чтобы зря их не взрывать, взрывем в следующем видео. Давайте в этом взрывем вот такую связку из Double Bang, с двойных петард. Думаю, будет интересно. В принципе, где бы ее взрывать, сейчас придумаю. Вот, в принципе, здесь хорошее место, так. Раскрываем.
Блин, мощная упаковка. Кому нравятся связочки, пишите. Буду чаще для вас их делать. Так. Вот, сейчас будем выставлять. Долго не будем выставлять, где-то вот так. Думаю, будет отлично. Поехали, поджигаем. Вот так вот рванули петарды. Что ж, я надеюсь, вам понравился данный ролик с машинкой. Ребят, предлагайте, что еще такого повзрывать, что вы хотите видеть на моем канале. У меня есть видеообзоры тестов разных других машинок, разных предметов, так что открывайте канал, открывайте вкладку «Все видео», заходите, смотрите, там вас ждут очень классные видосы, и думаю, вам они понравятся. Так что сейчас буду убирать, предлагайте, какие игрушки на эксперименты и какие вообще предметы брать еще, что вы хотите еще видеть на моем канале, буду обязательно для вас тестить. Пишите, может быть, ночные видео хотите, или дневные, или вообще, короче, предлагайте что-то такое интересное, чтобы я поснимал, и будете смотреть скоро классные видео. Что же, надеюсь, вам ролик понравился. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка на него будет здесь, также внизу в описании. На него выходят тоже классные топовые видео. Подпишитесь, не пожалеете. Посмотрите также здесь 4 ролика, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. С вас лайки, с меня новое видео. Пока-пока.